продолжаю обзор украшений, которые у меня есть в наличии. Вот такая крупная имитация жемчуга. Это стекло, не пластик. И вот такие морские звезды. Кого интересует, пишите в комментариях. Я вам напишу длину. Сейчас просто я не помню, длина какая. Стального цвета такого бусины. Замочек карабин у них. Вот такая красота из лунного камня. Еще раз прошу прощения за нечищенный манекен. У меня ремонт, поэтому я не могу ничего найти. Такой нежненький карабинчик. Я могу поменять на лебедя, на застежку, если кому-то нужно будет. Вот такая красота с каучуком. Застежка лебедь. Мои хорошие, оно не под шею самую, нет. Это просто манекены маленькие. Ну, а это натуральный перламутр. Белый и такой лавандовый, что ли, цвет. Такой летний вариант. А теперь на подиуме янтарь. Это балтийский янтарь, причем винтажный. Единственное, вот эта имитация янтаря, потому что, ну, не достать или стоит очень дорого вот такие вещи. А я дорого пенсионерам продавать не могу. Так как меня смотрят в основном пенсионеры, сами понимаете. Но оно смотрится очень гармонично. Даже украшает, я бы сказала. А это украшение для любительниц минимализма. Каучук и вот такая. Так, ну, это коннектор, я не знаю, как назвать. С такими беленькими цветочками. И застежечка. Вот такой сатуар. Это стекло, но оно как-то обработано, покрашено, что ли, но не обдирается. У меня уже были такие бусы, ну, бусины такие я делала, не обдирается.
Картинка очень так качественно сделана. Длинный, без застежки, в два ряда одевается. Вот такое украшение. Это камень называется цоизит. Это я недавно показывала. Это имитация жемчуга и натуральный перламутр. И вот такая вот звезда с мелкими жемчужинками. Застежка лебедь у нее. Но это очень модно, тоже для любителей минимализма. Вот такое лицо. Застежечкой каучук. Это небольшое украшение, да, это так, под шейку. Такое украшение. Это камень, но он, видите, как интересно покрашен. Гальваника, что ли? Но это камень, потому что на нем вот есть такие, вот видите, прям друзы. Длиной 60 сантиметров. И подвесочка вот такая. Вот это вот длинное украшение. Это тоже гальваническое такое покрытие стеклянных бусин. Это 80 сантиметров. Очень красивые бусины. Тут что-то. Здесь они покрупней, а выше идут помельче. А вот это украшение, ну, никак не может найти свою хозяйку. Очень жалко, что я не ношу на шее украшения. Я ношу браслеты и серьги, и кольца. Ну, мне не нравится, как на моей старой шее выглядят украшения. Но это так модно, так стильно. Почему-то никак. А очень жаль. Ох, смотрите, а то сама носить начну.